двоякое мнение. С одной стороны, вроде храм это хорошо, а с другой стороны, ну, застроят площадь и погулять лишний раз людям. Ну, я вот сравниваю, как на той стороне вот храм разросся, это возле торгового центра. И получается, что сначала храм, потом вроде, ну как, часовня, проход к этому храму. Еще там обросло это все жилыми этими помещениями. Храмы это всегда было хорошо. На Руси храмы всегда строились. Ну, я считаю, что это очень даже хорошо. Я бы в него не ходил. Я не хожу просто, и все.